Друзья, всем привет! У нас сегодня 18 мая и матчдей, посвященный финальному экспрессу. Встречаемся мы с командой «Факел». Вот в этом вот чемоданчике спрятаны вещички для розыгрыша, о которых вы узнаете в конце выпуска. А пока посмотрим, как же для вас сегодня подготовили нашу площадь. Сегодня 18 мая! РЖД-арена! Финальный экспресс! Так, а ну-ка расскажи, покажи, что там у тебя зритель видит, а я не... Почему такой выбор? С детства. Да, я, наверное, благодаря Измайлову стал болеть за «Локомотив». А сейчас почему футболку надели? Сейчас? Ну, Глушенкова, наверное, Пеняева. Дима Лоськова. Мы сегодня первый день. На футбол я их привел первый раз сегодня. Серьезно? Да. А почему именно сегодня выбрали? Погода хорошая, и закрытие сезона, и вообще время. Вперед! Вперед! Вперед, «Локомотив Москва!» Здравствуйте. А что стоим, привет, кого ждем? Мы ждем чуда. Чудо? Мы ждем победы сегодня. Его зовут Артем Зюва. Ждем победы обязательно, «Локомотива». Так, а вы часто ходите? Ну, стараемся. Откуда? Ярославль и Архангельская область. Посещали же матчдей какие-то. Есть что выделить? Да, мы только с экскурсии вышли. Экскурсия очень классная, нам понравилась. И было интересно узнать историю клуба. Угу. Посмотрели на звезды, на аллею звезд. Побывали на поле, соответственно. Прошли мимо раздевалки, было очень круто. На экскурсии небольшой спойлер. Что узнали? Прям вот что-то совсем новое. О чем до этого не слышали? Что-то совсем новое. Про игроков, наверное, то, что с Великой Отечественной войны такая история огромная идет. Игроки, которые пришли с войны и продолжали играть, несмотря ни на что, на свои травмы. Ничего себе, этого даже не знала, классно. Вот чего бы хотелось добавить на матчдей, для того, чтобы еще более интересно, чтобы вот она такая: папа, папа, я хочу на футбол с тобой. Всегда просится, но не всегда получается, поэтому, нет, все здорово организовано, все классно, вы молодцы, организаторы молодцы, спасибо большое. Вам спасибо, надеюсь, что сегодня ребят порадуют нас. И тебя в том числе. Кричи там. Все есть тут. Ну, может, какая-нибудь еще еда, там, не знаю, есть любимая. Поездная. Ну да, чтобы находить дошираки раздавать. Доширак, свяжитесь с нами. Ну, сегодня прям очень активно, поэтому, чтобы почаще так было. Уже все посетили? Нет, еще не все. Ну, потом пойдете? В процессе. Как обратно поедете? На поезде, конечно. На поезде? Конечно. Что с собой возьмем поезд? Программку, матч. Хорошее настроение после победы. Согласна. Ира, 28 годиков, пойдет к детишкам. Я буду с тобой. Привет, я Ира. Здорово. Ну ладно. Насыпать штучки? Так, я беру палочку. Потом надо насыпать классную штуку, какую захотите. Ты уже пробовала какую-нибудь? Какая вкусная посыпка, как думаешь? Давай зеленую возьмем, да? Зеленую. Мне нужен красный. Мой оператор, пожалуйста, подай мне. Спасибо. Мы же делаем в локомотивских цветах. Давайте. Все. Стоп. Теперь ждем. Вот такая вот красота у меня вышла. Наши цвета. Склейка снова взрослая. Пойдем. Гиля, скажи, на чем самым необычным ты расписывался? Где сам необычным? Да. Могу сказать, правда? Ну да. Да? Я так... Это что-то женское, да? Да. На груди, груди. А расписываешь на русском или не на русском? Иногда меня просят, чтобы на русский, я стараюсь. Но бывает, что очень медленно, за то, что не мой родной язык, еще расписаться не так просто. Спасибо тебе большое. Не за что. Спасибо. Мы не будем говорить, что на конце для Иры. Спасибо. Ты молодец. Короче, если Гиля надолго еще задержится в России, я его научу падежам склонять.
Это я. Это мне сделали. Нет, вы покажитесь, пожалуйста. Это просто вообще, это лучший подарок. Спасибо вам огромное. Нет, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Это я. Это прям ручная работа. Да, да. И сколько вы ее по времени делали? Ну, неделю я ее делаю. Блин, у меня аж руки начинают трястись. Я в шоке. У меня даже реснички красивые. Накоплю и себя наплыву, долечу на кино. Рядом с тобой на зеленой стороне, что рядом на кого засел. Мы из России, народ простой, я сразу скажу, здорово! Брата дождемся тоже. Я же не могу так эгоистично поступить. Почему нет? А, ну ладно, давайте. Хороший брат. Я Даша из «Папиных дочек», футболистка. Ладно, я реально бывшая футболистка. Поэтому я росла, получается, на вашем сериале с вашей песней. А, серьезно? Да. А вот мои брата дождались. Кресты. Это, кстати, видно, что ты футболист. Кривые ноги. Спасибо. Не, все в шрамах. Хорошие ноги. Спасибо, спасибо. Мои ноги. Да, немножечко, да. Знаете, какой у меня вопрос? Вы выступали уже перед спортивной аудиторией, но в чем отличие, если на обычном концерте и вот здесь? У нас всегда весело, классно. И здесь, и там, и тут. Как думаете, в чем успех? Мы красивые просто. Неотразимые. Хорошо, хорошо. А, вот смотрите, у вас название Ума Турман. Если взять, вот у нас есть футболист Дима Баринов, у нас есть Наиртик Князян, Артем Дзюба. Какое бы название могли придумать для группы? Вот чтобы звучно, красиво было. Изначально Дзюбу берем, мы берем Дзюбу. Я так и думала. А у меня Ира Подшибякина, не подходит. Подшибякина? Да. Подшибякина? Да. Фамилия классная. Нормально, да? Ну не подошло, не подошло. Итак, а мы для вас подготовили сюрпризы для розыгрыша. Футболочка. Вот такая вот. Принт выбирала я, если что-то не понравится, тогда не я. И вот здесь вот сделали еще промозик, то есть тоже все лимитировано. Так что удачи, участвуй. Условия для конкурса достаточно простые. Вам нужно написать под этим видео идею тематического матчдэя на следующий сезон. И самый лучший получит призы, и, возможно, мы что-то реализуем. Удачи! Подробнее, чтобы зрители знали. Да, здравствуйте. Мы приехали из Алтайского края. У нас команда по адаптивной физкультуре с элементами футбола, которая называется «Дети солнца». Мы 3 дня в общении с игроками. Нам показали вчера, сделали экскурсию по РЖД-арене. Дети счастливы, мамы еще больше. А что вам больше всего понравилось? Нам отношения понравилось. Да, это очень важно. Ты играешь в футбол? Да, я могу играть как плохо, как мой пьер. А какой у тебя номер на футболке? 3. 3? Да. Сама выбирала? Да. Расскажите вам, как
впечатление? Немного неловко находиться на таких креслах, если честно. Но удобно же. Да, по удобству вопросов нет. Сюда еще воды не хватает, да? Мне кажется, бауской воды не хватает, да? Нормально и так. А как, это же ваша девушка или супруга уже? Девушка. А когда она узнала, что она пойдет на такие козырные места, что сказала? Сказала, молодец, добытчик. Уважаю, правильно. Поделитесь впечатлениями, как вам в кресле сидится, мягко ли? Очень удобно, хороший обзор, очень нравится. Вы оба болеете за Локомотив? Да. А познакомились не в связи с футболом или как бы это вы уже привили? Нет, это я прививаю. А есть любимый футболист? Ну, давайте сначала с вас начнем. Дмитрий Лоськов. Второй раз пожимаю руку. А у вас? Меняю. Нормально, помоложе. Да, помоложе. Все правильно, все правильно. Как бы не обидно, понимаешь. Да? А как вам Батраков? Отлично, надеюсь, у него все получится. Леш, да. У вас есть передача после футбола. А вот удавалось ли когда-нибудь посмотреть, что до футбола на площади перед стадионом? Да, многократно. И какая больше всего запомнилась программа? Ой, слушайте, здесь у вас, по-моему, все топовые группы, которые только есть, выступали за последние много лет. Но, в принципе, это очень хорошая тема, и я просто люблю музыку и общаюсь со многими музыкантами нашими российскими. И для них возможность выступить на стадионе или на предматчевом шоу — это хорошая промо. И несмотря на то, что там собираются перед сценой, понятно, не там тысячи людей, а там десятки или сотни, все равно это очень здорово, и вы молодцы, что вы это делаете. Я знаю, что среди комиков есть еще болельщики Локомотива, но вот как вы к этому приходите? У меня брат болел за Локомотив, когда мы переехали в Нижний Новгород, он там болел за Локо, мы переехали из Тбилиси, я с ним смотрел, мы жили у них дома какое-то время, я с ним смотрел футбол и начал вместе с ним болеть за Локо, мне было 8, 9. Нормальный возраст. Да. Уже осознанно, можно сказать. А когда первый раз посетили стадион наш? Ой, ну году, наверное, в 17-м только. А впечатление сможете вспомнить? Да, это просто было невероятно. Как домой пришел. Конечно, я с детства за эту команду, и, конечно, было очень приятно попасть сюда. А вот теперь, когда вы находитесь в каких-то ложах, расскажите о них. Как вам здесь? Это еще приятнее. Ну, во-первых, суперкомфортно. Очень нравится. Вкусно. Видно хорошо. Места хорошие у меня всегда. Спасибо, Локомотив. Спасибо большое. Я убиваю. Ладно. Да, это она все. Да, очень мне нравится здесь, я не знаю. Это просто домашняя атмосфера. А расскажи тебе, как на стадионе Локомотив? Шикарно. Мне это место родное. Так, уже. Очень приятное и атмосферное самое, что главное. Вот, для меня, кажется, неважно, какой-то функционал технический, современный. Главная атмосфера, она у нас крутая. Передаваемые, как сказать, победа очередной, ноль нашего рота. Ну, очень приятно. Как думаешь, следующий матч? Блин, думать не хотелось бы, точно знать. Забьешь? Дай бог. Давай, постарайся. Спасибо. Ты молодец. Спасибо. Давайте, с победой, ребят! Рядом со мной тайное оружие Локомотива. 3, 2, 1, не успели? Спасибо, что болеете за нас. Спасибо, Лёша. Спасибо за игру. Иди лечись. А вам ставьте лайки, комментируйте видео, не забывайте про розыгрыш и болейте за Локомотив вместе с нами.